Приветствую вас на канале Светлана Свяжет. Я хочу вам показать новый вид обвязки металлической цепочки. Пока есть солнышко, я хочу, чтобы вы обратили внимание на цвет сумочки, которую я вяжу. Это цвет фондан, тающий шоколад, иначе. Очень хотела сюда подобрать кожаную ручку, но ничего не получилось. Тяжело к такому цвету что-либо подобрать. Черная мрачно, в том не нашла и решила обвязать цепь таким же шнуром, каким вязала сумочку. И обвязать ее не всю, а разделила ее на 4 части. Две средних обвяжу, а по краям оставлю цепочку. Шнур это карамель, достаточно толстенький. Я сначала думала, что не получится ничего обвязать, но попробовала, и все получилось. Нужен только крючок номер 3. Кстати, и шнур карамель, и цепь я покупала в одном месте. Ссылку на магазин я оставлю в описании под видео. А показывать, какой я способ выбрала для обвязки цепи, я буду, скорее всего, светлым шнуром. Он точно такой же, это тоже шнур карамель. Но если я темным начну обвязывать, вам ничего не будет видно. Итак, с любого места вводим крючок номер 3, как я уже сказала, в звено цепи, вытягиваем нить. И провязываем соединительный столбик. Делаем воздушную петлю. В следующее звено вводим крючок, вытягиваем нить. Извините, что-то с голосом. Опять провязываем соединительный столбик, воздушная петля. И так мы будем обвязывать всю цепь. Достаточно простая. Скромная обвязка, но она хорошо смотрится, и главное, что даст возможность ручки держаться на плече. В обвязывании главное следить за звеньями, чтобы они не перекручивались. Итак, в каждое звено вводим крючок, вытягиваем нить, провязываем соединительный столбик. После него делаем воздушную петлю, следующее звено и так далее. Ой, чуть не провязала столбик без накида. Ну и можно повернуть вязание. Нить проводим под всей цепью. В последнее звено провязали столбик, полустолбик без накида, воздушную петельку. И теперь поворачиваем цепь. В это же звено провязываем еще соединительный столбик и воздушную петельку. Провязываем точно так же в обратном направлении. В каждое звено полустолбик без накида и воздушная петля после него. Последний полустолбик без накида
После того, как мы обрежем нить, вот из этой петельки вытащим нить наверх, и потом сзади эти два кончика соединим иголкой. Вот такого вида получается обвязка. Она не очень громоздкая, хорошо видна цепочка, и она, мне кажется, будет хорошо выглядеть на сумочке. Буду рада, если мой ролик вам пригодится. Всякие случаи бывают в жизни, поэтому имейте в виду и такой вид обвязки. Спасибо, что были со мной. Всего хорошего.